Хочу провести промежуточный итог по проращиванию баклажан, семян и перцев с использованием чашек Петри и обычной фильтрованной воды. Как вы видите, в баклажанах за 1,5 недели проросло два семечка из трех. Одно это не семечко, это кожура от, соответственно, вот этого вот проростка баклажана. Для баклажанов этот метод работает хуже, чем для томатов. И, соответственно, вот у нас перцы. Из четырех перцев не проросло ни одного семечка. Не знаю, может быть, это семена такие не всхожие. Перцы, возможно, еще какие-нибудь попробую. Но вот что-то с перцами как-то не идет. Вот такое вот на сегодня короткое видео. Всем спасибо. Увидимся на следующем видео. Я буду сажать 6 видов редиски, пробовать в теплице сейчас, в эти выходные, и 4 вида шпината. А также замачивать в чашках Петри около сотни разных сортов семян томатов. Спасибо за внимание.